по бухгалтерскому учету содержал третейскую оговорку. Договор об аренде офиса третейскую оговорку не содержал. Вот спрашивается, как найти выход из этой достаточно тупиковой ситуации? Нужно подумать. Да, да? Из-за того, что есть там третейская оговорка, а там нет этой третейской оговорки, конечно, лучше идти на медиативное разбирательство, потому что, значит, если институт выставил счет за коммунальные услуги, то чтобы решить, надо идти в суд, если не договориться по-другому. Замозачет, который предполагается в этих двух договорах, да, за услуги по налогообложению, он он не может рассматриваться при аренде, потому что предмет один, предмет спора тоже один, и вот разные вот эти споры, они, и даже суд, если арбитражный суд будет рассматривать это дело, он скажет, что раз там оговорка есть, обращайтесь в третейский суд. Ну, я прошу обратить ваше внимание, Вадим Михайлович, здесь третейская оговорка содержится только в договоре на оказание бухгалтерских услуг. В самом договоре аренды третейская оговорка отсутствует. Поэтому, если арендодатель, институт будет инициировать этот спор, он, конечно, может обратиться в арбитражный суд. Однако, что он делает? Он сам спор никакой не инициирует. Он просто прибегает к жесткой тактике – захват и удержание чужого имущества. Даже комментирует: мы понимаем, что это не совсем законно, но куда вы денетесь? Правильно, вам нужно работать, у вас уже начала отчитываться арендная плата в новом офисе. Вы никуда не денетесь, вы все равно нам заплатите. Вот как рассуждает руководство института. Поэтому в этой ситуации, тем не менее, возможны примирительные процедуры, и они заключаются в умении задавать вопросы. Предположим, что стороны обращаются к вам, как к медиатору. Вместо того, чтобы увещевать институт и говорить, что он ведет себя на грани самоуправства, согласитесь, захватывать и удерживать чужое имущество – это незаконно, вы рекомендуете, что вас беспокоит, задаете вопрос. Руководитель института беспокоит вопрос, что вот это малое предприятие, предприятие малого бизнеса, просто переедет и растворится в неизвестном направлении. Он может показать целую стопку неоплаченных счетов и сказать: вот какие арендаторы. Вот видите, они уедут, и только через 2 недели, через 2 месяца нам сообщают, что больше не будут у нас арендовать офис. А мы остаемся всегда с носом. Поймите, пожалуйста, наши интересы. Теперь вы задаете вопрос арендатору. Что вас беспокоит? Допустим, я арендатор. Я вам отвечаю. Меня беспокоит то, что мы стали заложниками этой ситуации. У нас уже отремонтирован новый офис. Там подключены городские телефоны. Сотрудники приходят, но там нет мебели, нет условий для работы. Здесь же у нас связи нет. Мы в двусмысленной ситуации находимся. Оплачиваем аренду плату в одном месяце, месте, а наше имущество находится в другом месте. Нам очень неудобно работать. Тогда